Карантин культуре не помеха. Сотрудники Магаданского областного краеведческого музея предлагают посетить выставки дистанционно. Выставка является совместным проектом с Московским музеем современного искусства. Здесь представлены работы мастеров разных направлений, от классического реализма до постмодерна, демонстрирующие развитие инноваторства пейзажного жанра за столетний период. Произведения заслуженного художника России Петра Попова, а также культуру коренных народов Севера в экспозиции «Люди, земли и моря» и «Магаданский бессмертный полк» можно посмотреть в режиме онлайн. Некоторых экспозиций уже нет в музее, но в виртуальной реальности они представлены. Мы подготовили специальную информацию, ссылки на какие-то дополнительные материалы, а также на видеопроекты. Более того, мы сейчас запустили отдельный видеопроект для социальных сетей, небольших видеоисторий, где наши экскурсоводы рассказывают буквально на минуту какую-то историю о отдельном каком-то предмете музейном. Пока на сайте половина выставок, но работники краеведческого музея не останавливаются. По словам специалистов, это кропотливый труд. Однако они продолжают оцифровывать материалы и добавлять их в коллекцию. Как говорят работники организации, главное, чтобы люди смогли посмотреть выставки. Будет ли работать онлайн-музей после окончания карантина, пока неизвестно. Все будет зависеть от реакции зрителя.